Дорогие товарищи. Всем привет, наши дорогие друзья. Всем привет, всех с праздничком. Здоровье главное, а остальное прилипнет. Да, с праздником вас, со светлым праздником Пасхи. Здоровья вам, главное здоровье. Здоровье, терпение. Терпение нам сейчас очень надо, чтобы пережить это все. Вот. Ну и, конечно, благополучия, достатка, успехов, удачи. Много-много всего хорошего. Да. Не хотите сидеть дома, смените обстановку. Ляжьте дома. Полежите. Полежите. Вот. Ну что? Все. Как все? Нет. Не, ну надо какую-то праздничную программу. Мы просто импровизируем. Мы хотели выйти в прямой эфир, но у нас подвели настройки. Короче, не получилось. Ничего не получилось. Да, ничего не получилось. Поэтому мы не подготовились. Программы у нас такой нет. Мы импровизируем. Ля-ля-ля. Импровизация. Куличи мы светить не ходили, потому что в церковь не ездили, у нас здесь не светили. В общем, мне соседка вчера вечером прислала видео, где батюшка говорит, что можно осветить самим куличи дома, пропеть с ним вот это вот пение, побрызгать свеченой водичкой. Вот, ну мы пропели, да. Побрызгали. И все. И вроде получилось. И вроде получилось. Да, вот кулич начал расти. Вот. Такая вот у нас тарелка пасхальная с яйцами и с куличом. Да. Вот. Ну, и вот так вот. Да. Что еще? Да-да. Все. А что еще? Не, Лёшек мог бы спеть, конечно, но как-то это праздник такой не тот, чтобы да, петь, анекдоты рассказывать. Да. Вот. Поэтому в следующий раз, да. Ну, может получится в прямом эфире, да? Может быть. Или в кривом. Лёшек. Лёшек юморист. В общем, мы приготовились. На завтрак мы не накрывали стол, просто позавтракали, как обычно, вот, а в обед тогда уже думаем, потому что с утра такую пищу как-то непривычно, поэтому только вот Лёшек чай, я кофе с бутербродиками, все, а в обед сейчас накроем стол. Я кофе, она чай в обед. На завтрак ты кофе, на обед я кофе. Поэтому сейчас накроем стол, посидим, покажу вам стол наш праздничный. Да? Вот. Отпразднуем. Все-таки праздник такой большой. Ну что, пора. Пора что? Обед. Обедать? Обед. Ну вот, ребята. В общем, с праздником вас. Да, еще раз. Еще раз, да. Здоровья вам. Как говорят, мне вчера написали, как сейчас все желают. 36,6 вам. А-а-а. Понял как? Чтобы всегда температура была в норме. Можно 36,5. Ну, плюс-минус 5-6. Градусов. Градусов. Градус. Плюс-минус 40. Лучше плюс 40, да? Да. Ладно, ребята. На этом наше коротенькое поздравление. Все. Интервью. BBC. Пока. Пока-пока. С праздником. Лёшек в нетерпении. Да, Лёшек?
Не стучи всем по мозгам. Вот, ребята, мы накрыли стол. Вот такой вот. Никаких, ничего лишнего, никаких излишеств. Вот нарезочка такая вот, жаркое, оливье и салатик. Все, больше ничего у нас. Что? Шпроты забыла. Шпроты Лешек забыл. А, ну да, Лешек без шпрот не может. Он, ты оливье в прикуску со шпротами ешь, да? Да, 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 это Лешкина любимая еда. Оливье в прикуску со шпротами. Когорчик вот у нас есть домашний. Такой, видите, какое темное вино. Это Степа мне дал, угостил. Спасибо ему. Вот куличики, яйца крашеные. Нет свечки, правда. Ну, как-то ну, ладно, так. Вот. Ну, вот так вот. Все просто. И ничего лишнего. Не хотела ничего наготавливать, потому что потом, чтобы вот его не доедать по 3 дня и не выбрасывать. Эх. Обманули сейчас шпроты. Что шпроты? Обманули нас. Почему? Да помнишь, такие были вот эти. Большие? Зачем мелочь куда-то? Ну ладно. Ну ладно. Мелочь так мелочь. Все, поехали. Поехали. Все, ребят, мы наливай. Ребята, дополнение. Забыла совсем про рыбу. Я же засолила скумбрию. Порезала вот скумбрию. И Лешек захотел жиденького похлебать. Вот я ему от жаркого налила этот. А компот. В общем, вот это вот теперь вот все. Садимся обедать.